Сегодня мы разберем правила игры в нарды и несколько стратегий. Сначала кидается по кубику. 3, 5. Ходи. 5, 1. 3, 3. Если выпадает куши, такие 3, 3, либо 4, 4. Пятый он ставится сюда сразу, на восьмерку. Третий можно расставить вот так. Сразу берется две фишки. Четвертый. Два. Три, три. Раз, два. Обычно куши так сильно не выпадают. Играем, мы, значит, будем играть в нападении. Раз у нас так все сложилось. Три, три. Очень быстро и уверенно. 5-5. Я не знаю, с чем это связано. Одни куши идут просто. Ходим. Раз. Два. Три, четыре. Нет, что это за дела там? Мы вроде куши кидаем. Три, три опять. Два. Три. Четыре. О, 3-5, я уже думал, отчаялся. 5-3. 3-3. У нее одни куши идут, и все. Раз. Два. Три. Четыре. Мы играем в нападение. Раз у нас в защите не получилось выстроить защиту, будем играть нападение. Ходим. 6 и 5. 4, 2. 2. Ага, 4. 2. Что там было? 6-4. 6-4. У нас уже тут почти все перекрыто. В смысле. 4, 6. Она не дает выйти из дома. 4, 2. Я ее перегрыл. 4, 2. Игра строится на том, что как выпадет камень. Но 4, 1. Можно играть в защите, можно играть в нападении. Кому как нравится. Но я обычно играю в нападение. Вот я напал, перекрыл ей. 1-3. Но полностью ходы я не могу ее перекрыть, поскольку пока она не зайдет в хату, с которой будет выкидывать. 5 походило и 3. 5-1. Ну, мы ей перекроем шестерку и поставим здесь однерку. 3-3. Раз. Два. 3-4. Молодец. 6-4. 6-4. Ну, мы берем фишку с головы и ставим. 6-4. 5-5. Смотрите, она вот сегодня кушей уже накидала столько. Дальше. Дальше будет. Здесь будет. Два. Угу. 3-4. Сразу домой пошла. 5-4. Мы поставим вот так все. 5-4. 1-1. Такой куш иногда помогает, иногда все портит. Ходи. Типа, вот даже получается нету ни одной однерки. 4-4. Раз. Вот видите как. Вот даже не знаю как походить, потому что ходов не так уж много. Получается. Два. Три. Четыре. Вот я вот так поставил. Что там у нас?
4-3. Анна ходит. Зашла туда сразу, да? Как ты это так сделал? Скажи. 4-3. Откуда четверка была? Угу. Ну вот, вот 3-2. В принципе, хороший камень. Я могу здесь закрыть дырочку. Ну вот еще бы туда попасть. Вот это закрыть. Опасно стоит. 4-1. Угу. Не знаю, там, куда мне ходить. 4-1. В принципе, принцип вообще прост игры. Вводим 4. И перекрываем здесь еще одну рычку. 4-3. Мне уже кажется, что я выиграл. Но это пока только кажется. Ходим 6 и 3. 4-2. О, и мне пришли однерочные. Так, что мы можем сделать? Ну, я перекрою здесь, наверное, 2, 3. Уже перекрыто получается. Нет, я не 2. Буду. 3. 2. А, ну, 2. 3. И перекроем где-нибудь еще здесь. Вот здесь. Ну, там я, правда, не перекрыл ничего. 6, 6. Шестерок ванны нет. 4, 3. 4, 3. Будем мы ходить 4-3. Походим 3, 3 и 4. 5-3-3. 5 нету. 6-5. В общем, игра сложилась так, что я играл в защите, то есть в нападении. Поэтому быстренько перевел и перекрыл их ходы. Поэтому у него здесь все осталось. Входим 6 и 5. Вот видите. Не остаюсь. Кушеманка. Давай доигрывать уже. Я не хочу играть. Понятно, что я проиграла. Ну понятно, что проиграла. Ну. Оппонент мой сдался. Оппонент сдается. Так что мы. Была стратегия будем... нападения. Это была стратегия нападения. Сейчас, если нам повезет, то мы будем играть в защите. Я также играю в защите. Ну вот. Кидаем так же, как всегда, по одному камню. 2-1. То есть, значит, я хожу. Раз у меня 2. Ходим. 6-1. 4-2. Будет 6. 4-1. 1. И 4. Будем стараться играть в защите. Посмотрим, к чему это приведет. Нападение нам повезло. Мы перекрыли ходы. Кстати, это называется... Даже если бы она продолжила бы играть, это был бы, скорее всего, у нас домашний, называется, выигрыш. Либо Марс. Ну, что-то одно из двух было бы. 3-1. 1. 1. В защите намного легче играть. Если вы новичок, то лучше вам играть в защите. 4-5. То есть я как бы туда прорываюсь и там стараюсь защиту сделать. 2-1. Ну, такие камни, как 2-1, конечно, плохо, но ничего плохого. 5-й. Вот у нас Анна вообще кидает куш за кушом просто. 2. 3. Кушеман. Дальше. 6-2. Ну, мы играем же в защите, поэтому выстраиваем там все. 5-2. 5-5. Ходим. И нам тоже 5-5. Мы ходим. Это будет раз.
2 получается. Ведем ее сюда же. 3. И передвигаем свою шестерку. 4. Попозже отвечу. 1, 2, 3, 4. Вот так она походила. Во, а нам 6-6. Раз. То есть мы старались играть и в защите. И у нас еще получается сыграть нападение. Это было у меня 2. Я сюда поставил.